до победы так и ни разу не добрался, то Борис Югра — редкие гости здесь, блестящие! Какие руки у этого парня, ребята! Как забил! Как он в ворота родного Акбарса забил! От спины Константина Барулина. Сыграл в бильярд, свычка положил в лузу. Ну и вот опять мы видим, Аханин бессилен. Итак, 7,5 минут позади. Данис Зарипов открывает счет матча. На третьей минуте, всего через 35 секунд, отличился Алексей Кайгородов. 32 передачи. Бросок и гол! Ренат Ибрагимов делает счет 2-0. Я, может, выдумываю сейчас, но мне кажется, что жест Аряхина быстрее. Там рикошет, по-моему, учился. Низом шайба была послана изначально, по-моему. Кого она попала? Вот супер, слоу-моушен, да! Это Евгений Тимкин. Ну а то, что он при случае может кому-нибудь... Хорошо, бросал Потехин. Ну что, нарушение правил. Ну, если бы навскидку так спросили меня, кто претендент на подобный прием, не слишком джентльменский, Греттон, пожалуй, в первой тройке бы фигурировал. Шуздунова встретил так, что отправил его на лед. И в итоге достаточно надолго Сдунов выбыл из строя. Зачем? Товарищеский матч. Даже не турнир, где... Кто-нибудь этакое позволит сопернику наворотить перед твоими воротами. Но на самом деле рвануло там, где... Там, где и надо, чтобы рвануло. 3-0 становится счет. Тоже последним коснулся шайбы. Было бы интересно, если бы это был Владислав Каменев. Но похоже, Богдан Потехин, по моим ощущениям. Давайте посмотрим. Не, отсюда не увидим. Распечатать ворота. И сошла шайба с крюка. Бросок еще один мимо ворот. Малиновский с позиции защитника атаковал. Почему Баченский уходит с площадки? За удар в голову. Ага, 5 плюс 20 у Брэндона Баченский. И вот интересно, как с этой точки зрения трактует эпизод регламент турнира. Рубил, не хамил. Шел до конца на ворота. Эффектный момент. Конечно, для вратаря. А вот и драка. Тимкин и Греттон. Интересно, они заранее договорились или спонтанно это произошло? Ну, не дали подраться. Кому-то, наверное, этого хотелось. Похлопал так судья по плечу Тимкина. Ну, лишили публику зрелища. 4 на 4? Нет. 5 на 4, конечно же, играют соперники, потому что вот сейчас Денис Платонов делает счет 4-0. И что-то такое выговаривает Орях. Хороший перевод от Евгения Григоренко. И все-таки не с первой попытки, но... Добрался до этой шайбы Платонов. Видите, сначала она там не покорилась ему. 4-0. Там еще и Ходжман поучаствовал в голевой атаке. Да, вот. Попытка с близкого расстояния пробить. Не удалась.